Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Sidmer's Civilization 6 за Испанию. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Часы поменяли таймер на 240. На этот ход хотя бы можно вообще полностью сыграть. О, Стокгольм найден. Блин, мне тут варвары обижают. Так, пошли железо обрабатывать. Самое интересное, что вот в городах на озерах эта же фигня с центром коммерции и гаванью соседством тоже работает, потому что гавань можно и на озере поставить. Самое что интересное. Только думаю, что может быть... А, нет, здесь надо все равно делать. Наверное, вот тут сюда центр коммерции надо бахать. Так, рынок. Давайте святилище. Детка, у тебя 5 овец было? Ну и что? А что? Ну ничего, хорошо устроился. Завидую. Чего там у Андетки? Ну, у него 5 овец было на старте, и он взял культуру от пастбищ. Я взял понтон раньше, чем ты. Не, я уверен, что понтон я раньше взял, ну, это 6-й ход был. Русский, сделка. Нет, значит, не раньше, на один ход позже. А как ты рынки? А, ну, надо перебрасывать я как-то уже. Я нашел Хереван и этот, как его там, реликвию. А, реликвию уж тебе, да, точно. Так, надо из Сарагосы и Картахены. Отправлять караваны. Проход. Тебе правительственную площадь надо бы закончить. Убей. Да. Ты же Макенджидара трогать не будешь, правильно? Не. Хороший матч. Так это же мой союзник. Зачем мне его трогать? Русский, ты тут? Да. Предложение. Я уже походил. Понял. Просто когда грузишь сейф и человек походил, он не может отменить конец хода. Там что-нибудь на севере интересное от тебя. Слушайте, у меня... Нету. У меня такое впечатление, что у нас карта на 10 человек сделана. Нет, нет. У меня впечатление, что карту сделали на 4 человека. Ход бесконечный, подходите, ходите. А, я тут воинов строю. Некуда даже города ставить. Ну, давайте продолжим. Слушай, ты прими дружбу-то, что ли? Сейчас, подожди, секунду. Теологию. Давайте игры и развлечения, оборонительная тактика, вот это вот все. Так, это надо. Вот здесь меняем на соседство кампуса. 34,7 становится 40. Отлично. Сколько у нас тут науки? 32 у Нубии, 30 у русского, 27 у немца. Вот это меня больше всего радует. Больше, чем у меня. Немец должен захватываться. Давайте смотреть, что он тут уже настроил мне. Центр коммерции. Нет, это что? Это правительственная площадь. Да, у немца проблемы с наукой будут, потому что у него нету гор просто. Вот у него две горы и все. Просто плоский Вась, этот новый мир называется. Что-то не знаю, как-то очень странно новый мир, конечно, генерируется. Вот я, например, смотрю, у немца
Просто плоское все. Очень интересный новый мир, когда ты без гор сидишь и без холмов. Гор. Одна гора у меня всего. Ну, не одна, а две, скажем так, но... Не одна гора, а русского. Ну, посмотри, две клетки это занимает. Вот одна гора, как бы. У русского. А, у русского? Ну, я просто твою еще территорию, ты сейчас примешь право прохода, я посмотрю. Ну, Тунуби есть. А можешь город. Ручником подвинуться? У меня тут воин возвращается домой. На севере от Питера. Так. Пока у меня нету... Давайте, наверное, Пингалу тогда пока назначим. В Севилью. Россия, слышишь? Так, построим караваны в Севилье. Спасибо. И в столице, а потом в Севилье. Да, и надо тут, конечно, все обработать, в этих фермах сделать. Точнее, здесь будут районы. Там русский, так видишь. Ты предложение ты примешь, нет? Ну смотри, у меня внизу заперто три. Если хочешь, я не буду по твоей территории ходить, но я просто хотя бы три рему выведу. Что? Я тебе поставил обратное предложение. Блин. Опять подвисло все. Фантом. Серьезно, ты хочешь, чтобы за проход одной галеры обратно домой, чтобы я тебе дал шоколад, целый ресурс. Я не собираюсь ходить по твоей территории вообще, просто выпусти галеру. Я тут проплыл, когда еще города твоего не было. А ты поставил город, и у меня выплыть нету возможности. Фантом, смотри, у меня через 5 ходов выкупится хлопок. Ты не против, если я его сразу сейчас куплю? Ну, я его выкупать не собираюсь. Обидно, конечно. Но я в принципе. Не, ну он у меня и так, и так, и так, и так добавит. От варваров. Могу не выкупать. Не понимаю, но я как бы все равно не успеваю. Ну, я верхний хлопок заберу, который под Кабулом. Я туда еще. Русский, ответное предложение — это максимум, что я тебе могу дать. Хорошо. Значит, я лучше выкуплю, да, чтобы не ждать. Ты не против, в общем, да? Просто не понимаю, зачем ты деньги будешь тратить, если у тебя через 5 ходов. 5 это же не 30. Я говорю. Серьезно, 40 золота человек хочет за проплыв одной галеры. Я не буду у него по территории ходить скаутом. Деньги девать некуда. Можешь раздашь просто всем. Тут держим Картахену. Не, подождите, это у меня. Давайте, наверное, из Бильбао тогда. У меня 3 каравана, да? Уже 4 можно даже. Вот 4-й строится. А 4-й можно, кстати, к немцу пустить уже. Дорогу провести. Через сады. Достаточно жилья в Мадриде и в Картахене. Ну, в Мадриде понятно. Рим пошел в север заселять. Блин, конечно, еще хочется где-то тут город поставить. Чтобы была какая-то связь все-таки. То есть немножко отдельно как-то. Вот здесь, например. И оттуда уже атаковать.
Блин, столько руинок сейчас пособираю, эх. Так, тут уже не проплыть, конечно. Кстати, ну, я уже не буду у немца просить проход. Можно, не хочу ему давать проход, чтобы он тут что-то находил у меня. Можно вообще будет тут Вики, заныкать эту трирему. Потом, например, Ахен с моря захватить. Так, торговец завершен. Районы тут построены. Наверное, справа стоит вообще монумент сделать. Так, тут святилище. Давайте купим миссионера. И строителя. Ну, надо поставить, наверное, опять на строителей, маловато у меня строителей. А дуболомов у меня сколько? Опять же, напомню, что это будущие конкистадоры. 6. Давайте, наверное, воинов тогда. То есть 6, 7, 8. Знаю, штук 12 хотя бы сделать. Надеюсь, у меня 12 миссионеров будет к этому моменту. Блин, что-то я водяную мельницу. А, ну у меня реки немного где есть. Древние стены, 3 лучника. Да, подождите, мне лучники для конкистадора не нужны. Мне нужны мельница. Акведук и феодализм. И оружейное, то есть военный лагерь. Надо город все-таки тут ставить. Так, и из Мадрида давайте в Ахен. Как раз дорога такая. Что ГГшки хотят? Стокгольм, флотоводцы, все остальные ничего не хотят. Распространение 3. Так, давайте в Мадрид. А, блин, можно сразу еще одно. Мне главное у каждого миссионера по одному заряду оставлять. Да, блин, вы издеваетесь? Буэнос-Айрес. Кампус, центр коммерции. Блин, я хочу промышленную зону, а не гавань, например. Давайте промышленную зону. Один ход. Так, меняем здесь на плюс 30 строителей. И делаем строителей, собственно. Так, как у нас тут наука? 43, 31. Сколько там у грека наука? 63. Хочешь знать, сколько у него культуры? Блин, Фантом, а у тебя 26. А чё у тебя так плохо? Тоже нету гор? Вообще ни одной. Не понимаю, так ты же говоришь, он за горами там для тебя. Ну, между нами приличное расстояние. У меня вот последние города стоят, ну, поближе к нему. И там у меня будет одна единственная гора в третьем радиусе. Ну, с такой наукой на моем полуострове. С такой наукой у грека мне просто нету никакого выбора, кроме как немца захватывать. Все. До этого еще я мог думать, типа, какое-то развитие пробовать. То сейчас надо
явно ставить город в его сторону. Вот здесь, наверное, даже. И захватывать. Ну, Картахена и Сарагоса уже. Бильбао тоже под моей верой. Индонезия. Мадрид тоже? Да. Ей. Так, ну пошли. Наверное, Карфаген еще обратим. И, собственно, больше мне пока никого обращать не надо. Спасибо, не надо. Сколько он с тебя попросил? Сотни. Десятка же. Там сотня была. За десятку? Кому свинка нужна? Животное или болезнь? Ну, я думаю, болезнь тебе не нужна, Алексей. Слушай, ну... А если я этот мусульманин? Ну ладно, не буду, я католик, так что вполне могу взять свинку, если мы с тобой встретились. Вообще странно, я твои границы вижу, плавал, но как-то тебя так и не встретил. Инвиктус. Что меня обидели варвары и все. И я ушел. Ну плыви еще раз, ну. Ты далеко от немца? От этого, от Рима. Рим я вообще не знаю где. А где ты вообще? Германия очень далеко. Я слева от Германии. Не серьезно? Слева от Германии, говорю. Немец, это у тебя проход уже, уходи, ну, входишь, бродишь здесь. А, блин, мне надо стены и... О, строительство я так открыл, блин. Ну там что, стероиды колет, я не понимаю. У него 80 культуры. 80 культуры, 80 науки, здорово. Здорово. Весь в холмах, весь в горах. Ну, 4 кампуса где-то. Будем бомбить ядерки, что делать? Ну, видимо, у грека просто один этот торговый пост только, с другой стороны. То есть он пошел в культуру и науку. Вообще у грека Рим в соседях. Что... Да ни хрена мы не соседи. Ну как, вот Ереван забираешь и сиди. Ты видишь, что там проход в три клетки от Еревана? Танки. Давайте в двух сторон пойдем. У нас тут Микин с одной стороны есть, с Нубией. Да вы, да, как-то скооперируйтесь, наконец, и нападите вместе. Я вам хочу сказать, что в прошлой игре я был соседом Артема, у Артема была Голландия. Там было еще намного эпичнее все с его развитием. Однако ж я один на... Я его не смог, конечно, забрать, ничего сделать, но... Я ж тебе помог, ну. Когда ты помог? На современных танках, когда приехал? Я вовремя приехал. Я не спорю. Не, ну уже очень сильно ускоряется. Так вы чем больше будете ждать, он тем больше будет. Алексис! Да, бери да. Свинку. Свинку тебе сразу кидаю, свинку. О, свинина. В шоколаде.
Я жду золотой век взять на рабочих, там вот все, и купить за деньги поселенцев. Там будет скидка на покупку. Либо за веру. Ну, Вен, ты можешь армию немножко построить? Если она тебя нападет, то мы ничего не успеем сделать. Что делать? Армию построй хотя бы для защиты. Дострою потихоньку. Ну что, древние стены здесь сделать? Пока. Ускорим инженерное дело. Подождите, а нафига я инженерное дело открываю? Мне акведук нужен. Ну, рыцари у меня уже изучены. Что? А, ну так это акведук не ускорит, все, понял. Да мирный он пацан, что вы не угоните? Ну как? Артём? Ни на кого не пойдет. Будь не помнишь, мирным, как мы с Артемом тебя пилили, Инвиктус, помнишь? Если бы ты не напал, он бы не мешался бы. Нет, он строил армию еще задолго до того. Я боялся, конечно, ты там строил армию, он не будет строить армию. Ты был сыном, конечно, он будет строить армию. Верно, Инвиктус, правильно. Не, я, кстати, согласен с Инвиктусом, Артем не будет на вас нападать, потому что он просто тупо офигенно разовьется, зачем ему на вас нападать? Ждем атомок, кидаем на него все атомки. Первый выйдет далеко, очень далеко. У него науки в два раза больше, чем у следующего человека. И культуры. Носи, подвинись кого-то. Инвиктус, предложение. А? Откуда? Под Гейдельберга. Я не знаю, что вы обсуждаете, как бы соседям надо кооперироваться и нападать. Зачем вы говорите, сколько у него там науки, культуры? У него будет все лучше и лучше с каждым ходом. Так, сколько у меня уже воинов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, уже девять, да? Так, Магнус тут сделан. Я, если честно, не знаю даже, кто граничит с греками, кроме меня и частично Кри. И то не факт, потому что там горный хребет. Куана граничит немножко с ним. И Кри. Ну, Кри с севера, но там куча гор, как бы там непроходимо. А у него везде горы. Ну, у меня тут более-менее, как бы, его западная граница. А кто на восточной, я вот не представляю даже. Индонезия? Ну, я, да, чуть-чуть. Ну, вот это и город. У меня с ним проходят две клетки. Может, так ведук тут построить? Не, ну, у меня тут полноценная граница, но... Один ход. Так, здесь тогда акведук не нужен. Там бар тогда. Потому что как-то жилья совсем мало. Или продолжим воинов делать. Так, что у нас дальше? Вот акведук 5 ходов. Феодализм нужен. 6 ферм. У меня, по-моему, вообще ни одной. Надо ферм наделать, реально. Строить рабочих больше, сделать ферм. Ну, Бет, ты когда выйдешь в союзы? Чего говоришь? Союзы, когда выйдешь?
А мне, по-моему, еще даже нельзя заключать. Ну, нельзя, потому что ты не так он у тебя и спрашивает, когда ты выйдешь в союз. Виктор, я через два хода. Не разобью. Артем, я с тобой, видишь, ты же лидер, с тобой нельзя ни торговать, ни давать тебе никакие бонусные ресурсы. Ты же понимаешь. Давайте глянем. 47, 38, 45, 61 паундмейкер. Ну, у него получше горы, видите, тут три горы есть. Него, я кажется... на союзы выйду ходов через... Блин, у меня... заканчивается 5, наверное, здесь 6. Еда, мне надо вот тут фермы ставить в Мадриде. Так, тут давайте рабочего. Тут лес вырубать надо. Ну, под Магнуса, видите. Где у меня там караван, который должен дорогу к немцу провести? И мне надо здесь еще... Так, ладно. Давайте, наверное, Магнуса или нет. Или Рейну, или, блин, Лян улучшить инфраструктуру сделать. Но я пока... Ну, вообще, скоро тут будет у меня рабочие будут. Золотой век. Давайте, наверное, Лян улучшим. Как-то я палюсь с этими, с дуболомами немножко. Так, поплыли дальше исследовать. Военную инженерию, машиностроение и замки ускорил. Фига себе. Замки и машиностроение. Ну, военную инженерию я сам ускорил, но то, что замки и машиностроение сейчас ускорил, это очень здорово. Конечно, лучше был феодализм, но тем не менее. Все очень неплохо. Войны завершено. Сколько у меня уже войн? Кто с Верой? Я. Россия, Испания. Восемь, девять, еще два давайте сделаем, и все. Раз, миссионеры, это... и два. Много дешевых. Много дешевых миссионеров. Леша, твои дуболомы будут железно поглядывать в мою сторону. Я ничего не слышу. Что там, что-то миссионеры, что твои, мои миссионеры, что? Твои дуболомы недружелюбно поглядывают в мою сторону. Ну, стоят как разведка, а что, твоя коляска недружелюбно бегает по пшенице, это как? Вон кучу навалила, кстати, в пшеницу. Нормально вообще? Она проездна. Немец, ты, кстати, не против, если я на тебя распространю религию? Или против? Что там у тебя? Там у меня храмы и святилища дают столько же культуры, сколько и веры. Очень круто, если по-моему. Возьмешь на производство еще что-нибудь. А, там нет больше ничего. Не, почему? Я могу взять на производство потом. Или там уже кто-то взял.
Никто еще не взял. Тогда распространяй. Спасибо. Так, вышли в золотой век. Все, правда, в героический при этом. А грек в какой век вышел? В героический, да? Золотой. Золотой? А, ну... Тогда не все так плохо, я думаю. Так, а мне же, в принципе, только он и нужен был. У меня нет веры. В смысле, только он и нужен был? А вольнодумство... В смысле, подожди. Героический век. Монументальность, перо и кисти голоса, вольнодумство. Три штуки берешь. А так ты одно возьмешь что-то. Или я что-то не понимаю? Да нет, 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 верно. Тут однозначно два лучше, чем один, а три еще лучше, чем один. Блин, дорого поселение стоит. 160. Потому что, например, там куча ГГ. Но мне больше миссионеры нужны, чем поселенцы. Блин, надо построить, что ли, поселенцы. Я тебя послал. Семь ходов до уменьшения. Блин, надо в Мадриде фермы. Срочно. О. Все, нету ходов. Но вот это я хочу вырубить, поэтому на самом деле тут надо тоже фермы строить. Так, все, дуболомов мне достаточно. Давайте этих строителей. Знаете, что еще? Катапульты нужны. Два арбалетчика, кстати, еще надо будет. Военную инженерию и вот так сделаем. А здесь феодализм. Крим, и у тебя скоро союзы? Потом наемники. Что это? Это Рим. Так ты далеко от меня, Рим. Ну почему? У тебя будет сейчас город, куда ты будешь пускать караваны. В следующем ходу. Хотя где это? А, видишь, там сверху, что проход. В горах. Подожди, подожди, я туда веду посела. Туда не весь. Я со своей стороны город. А, со своей стороны? Так, в Сарагосе рынок, похоже, построился. 92 у грека. Науки 100 культуры. Мне бы лучше бы к этому кидать караванчики. Кладиазу. Ну, у немца культура зато валит, а валит она за счет Махенджидару. Значит, у него есть явно театральные площади, которые мне тоже понадобятся. Проход хотя бы, ну. Так ты получишь, да, проход всего... так, с союзом. Либо ты одна, либо две. Не, красиво, я, вот, захватив немца, многие свои проблемы решу. Надо, его надо захватывать. Так, в Сарагосе, пожалуй... Гавань будем строить. Блин, я затупил. Нельзя на рифе строить район, блин. Как плохо. Это плохо.
Тут делаем строители, потому что тут Лиана у нас. Блин. Торговца. Немец, а тебе далеко до союзов, кстати? Хотя мне еще далеко. Блин, мне надо поселенца где-то сделать. Здесь, в Толедо. Кстати, у тебя когда союз? 9 ходов. Ну, надо под карточкой делать, конечно же. Давайте теологию открою. Поставлю карточку на поселенцев. Наверное, в Мадриде сделаю. Все равно тут уменьшение. На больше районов я не могу пока поставить здесь. Уменьшится, нормально будет. Так, а сколько здесь? Что я тут могу построить? Кампус. Где? Вот здесь надо кампус строить, я думаю. Да? Да. Строители завершена. Великая библиотека. Берем. Нам нет смысла дальше идти, нам апгрейдиться надо будет. Ну, подвисла. Походить надо. Сколько у нас уже миссионеров? Напоминаю, конкистадоры вместе с миссионерами плюс 10 имеют. У меня уже их 4 миссионера. Минимум 6 будет. Надо еще катапульты строить. Так, вот это можно убирать. А что я хотел поставить? Бонусы соседства за... А, на поселенцев. Так, убираем, значит, строителей, ставим... Ну, одного поселенца надо. Ну, наверное, содержание юнитов пока поставим. Тут еще руинки. Блин, кто-то собрал руинки. Немец собрал руинки. Вот гад. Вот же ж гад, а? Поплавал там три ремы, увидел все мои руинки и собрал. Так, миссионеры пускай стоят. Продолжаем вырубать тропические леса в пользу Толедо. У нас плюс 6 науки, плюс 6. Видите, вот плюс 3. Работают мои кампуса на плюс 3. Там еще и какие-нибудь театральные площади. Позже... Организуем рабочий. Надо лесопилку вот тут построить будет. Так, значит, я поменял на поселенцев.
А, так подожди, давайте мы в Толедо или... Или в столице. Я тут вырубаю леса, может, давайте в Толедо все-таки. Алексей, зачем фултаймер, братан, зачем? Что зачем? Фултаймер. Потому что юнитов дофига, у меня миссионеров куча. Твой немец будет плакать, когда я у тебя появится мушкетер. У меня не будет мушкетеров. Ну, о, альтернатива и... мушкетеров, например. Либо мы с ним заключим союз, и никто не будет плакать. Как тебе такой вариант? Я понимаю, что необычно, но вдруг... Никому не обязательно плакать. Блин, надо будет все-таки феодализм без ферм открывать. Это медленно. Мне наемники нужны быстрее. Апгрейдить юниты. Карфаген хочет караван. Мне надо в Гейдельберг отправить еще. Давайте только не оттуда, а из Картахены. Блин, вот тут, конечно, с гаванью плохо получилось. А, тут я не могу ферму, у меня здесь правительственный район. Ну, то есть тут нету смысла фермы ставить, потому что тут все равно будут районы вокруг. Всякие. Так, машиностроение, два арбалета надо будет. Лёша, как насчет экономического союза? Пожалуй, соглашусь. Крен, аналогично, как насчет экономического союза? Но мне до союзов еще примерно ходов 8. В общем, Кри, я тебя кинул. Сам решай. Не буду распространять пока послов, потому что... Не хочу, чтобы, наверное, Вавилон у меня перекупал немец. Инвиктус, привет. Рим, предложение. Так, ну, собственно, две клетки осталось вырубить. Вот эту, и можно будет Магнуса пересаживать. Пересадим мы, наверное, в Бильбао его. Не в Гейдельберг, да, потому что мне вот конечно. Тут дорогу лучше проводить. Территория просто сказка. Кёльн, давайте. Ну, по масштабам, да. Кумасина, карта. Где-то еще и половину не освоено еще. Откуда столько у Рима культуры? Сноси Кумаси. Тихо. Инвиктус, видишь метку левее в красном? Получается, что там Стокгольм еще есть на карте. Надо начинать но катапульты бегает, строить. Инвиктус? Да. Я там город хочу поставить. Ты не против? Где? Где? Левее в Акасской Кисейна метка стоит. Да, Бильбао надо перебрасывать. Ну, если ты потом не будешь с ним воевать.
Ты же не будешь воевать, правильно? Что бы зачем? Давайте на автомат поставим. Уже не особо мне. Так, давайте. С кем либо воевать, а между... Давайте гавань, наверное, вот здесь ставить. Потом будет у нас коммерческий район вот в этом месте. Мастерская завершена. Так, зал для приемов. Да ты у меня не видел территорию. Я вообще окружен просто. У меня много территорий, но там голимые города полностью. То есть вообще негде поставить. Мне еще и мало того, что территория, так сказать, зажатая, так еще и пустыни сплошные. Блин, ну где кампус в Сарагосе ставить, пока не очень понятно. Мог бы ниже Мирая. Сахар. Рим, сахар не выкупай только, да, третий радиусом. Я выкуплю его. Один сахар мне нужен. А вот еще можно. Ну блин, ну там у меня город, вторая крупная города будет. Ну один сахар тебе, один мне. Все равно на сахар ты не можешь поставить районы. Ты выкупаешь вторую клетку моего города. Как? Представляешь, вторая клетка моего города. А, ты уже выкупил. Красавчик. Я туда город ставил только ради сахара. Я хотел его снять, ставить там кампус, понимаешь? Просто не смогу поставить на сахаре, там пойма. Так, к Толедо это относится, давайте посмотрим. О, да. Привет. Все, есть поселенец. Очень большую лояльность. Варвары, они не убьют. Все, там больше да ничего не выкупай, хорошо? Не, мне больше не нужно ничего выкупать. Блин, плохо. Мне надо тут город ставить, но лояльность минус 4. То есть на минус 6 это вообще фигня. Ну, блин, 100. То есть... Это... Ну, быстро довольно. Не, надо все равно сюда везти город ставить. Я... У меня к этому моменту должны уже появиться... Так, феодализм. Сейчас я рыцари открою. И, собственно, дальше порох. Нужна оружейная. Не, надо будет 6 ходов против. Где? Правее Картахена. Нет, против. Я тебе больше скажу, я уже веду сам там город ставить, только не там, где у тебя метка, а левее, около, ну, левее к озеру. А смысл в этом какой? Потому у тебя же место до хрена и западнее. Тебя поселить? Там везде эти, города-государства. Ну, в принципе, неплохое место около чуда, да, я, например, соглашусь. Но там как-то чё? Далековато от моих городов, а это будет плотненько рядом со всеми. Убедительно как. Ну почему? Там же нету ни гор, ничего тоже. А здесь нормальная территория, тут есть производство. Тут много чего вырубить Зайрос можно. Вырубить. А? Между Буэнос-Айресом и Вавилоном есть шоколадки. Там можно город хороший поставить. Так у меня и так шоколадок 3 штуки. Уже. А еще левее ты можешь город поставить дальше. Там у тебя будет жемчуг и табак. Так у меня жемчуга 2 штуки и табака 2 штуки уже. А левее это за Буэнос-Айресом, что? Ты хочешь, чтобы я Буэнос-Айрес захватил? Не, мне не смотри предложение. Вижу минимум на 5 городов. Хуана тоже предложение. Да мне не надо на 5, я хочу еще один город поставить и все. Мне 7 городов достаточно. Не, я не хочу больше союз грек, извини. Союз не хочу. Строители завершено. Может, военный лагерь все-таки построить в Картахене? На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!